Летась у Романовичах 65 участков позбавились своих господаров. Причина – их несвоечасовое освоение. Колькость таких неприемных выпадков с каждым годом изменшается. Люди больше объективно оценивают свои финансовые махчимости. Але есть и те, кто у силу разных обставинов застается без своего надела. Тому специалисты у черговый раз нагадывают правила и окресливают этапы освоения участков. Так, за год треба распрацовать архитектурный проект и начать будовництво. За 3 года на участку повинна стоять коробка. По объективных причинах термин будовництва могут протягнуть, а так само законсервовать участок. У таким выпадку максимальный термин для будовництва дома значно протягивается. С учетом жизненных каких-то обстоятельств, материального благосостояния предусмотрено, ну, не все граждане у нас могут в течение 3 лет возвести жилые дома, поэтому законодательством предусмотрено срок консервации, вернее, консервация таких строений, то есть, опять-таки, на срок не более 3 лет, и сроки продления, то есть, если своевременно обратиться в местный исполнительный комитет с просьбой о консервации либо о продлении, то общий срок строительства может составить 8 лет, что, в принципе, на наш взгляд, ну, посильно, скажем так, для того, чтобы в такой срок возвести жилой дом. Завершением считается возведение закрытого контура, то есть по 87-му указу не требуется внутренняя отделка, подвод сетей, то есть достаточно коробки, окна, двери, крыша. При конфискации участка его господару вертают кошт узведенных побудов. Коли ж участок не выделены державой бесплатно, а набытые за гроши, то у вынику его конфискации кошт за землю никто не верне. Тому головное – объективно оценивать свое финансовое становище. Свободные участки затем можно купить за аукционом. Але треба памятать, что при наявности нескольких удельников торгов кошт будет расти. Каждый крок плюс 10%. Например, недавно покупник набыл участок за сумму, якая у 10 разов перевысила першопочатковую. С 3 000 она повеличилась амаль до 30. Кошт частково забудованных наделов начинается прикладно с 9 000. О перспективах индивидуального жилевого будовництва, о правилах удела у аукционах глядите сюжет у наших вечерних выпусках.